Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о точильном брусочке лодочка. Открывается лодочка не очень-то удобно. Прямо скажем, рвется коробка. Купил я его в магазине постоянных распродаж за около 50 рублей, что-то плюс-минус. Вообще он предназначен, насколько я знаю, для того, чтобы точить косу. Вот, когда косишь траву. Но мы будем использовать для заточки ножей. Брусок представляет из себя мелкий, какой-то мелкозернистый такой мелкий-мелкий песочек, спрессованный, склеенный непонятно чем. В руке лежит очень удобно, очень шершавый на ощупь. Производство Китай, естественно, предназначен для заточки и правки режущих кромок инструмента. Фирма Rokat. Попробуем точить. Как же все-таки точить правильнее? Стружки. Точить этот нож мне надоело. Вот, порезался. Несчастный случай. Опасный способ заточки. Точим нож так же, как первый нож. Ну а третий способ заточки, это самый старинный способ, которым дома у меня точили ножи. Просто вот так берешь, проводишь. Или даже вот бабушка у меня вот так точила нож. Все ножи причем. Вот так. Поелозишь под углом. Брусок, правда, покрупнее был. Точим до того момента, пока не надоест. Тетрадный листик, обычная бумага. Нож режет бумагу. Неплохо. Неплохо режет, но нормально, в принципе, достаточно острый. Немножко режет, но хуже, чем первый нож. Это метод игры на скрипке плюс метод порезать свой палец. И третий нож, точенный третьим методом, бабушкиным так называемым методом, проверим его на острость. Так, тоже режет посредственно, кончиком, не кончиком, основанием. Режет хуже всех, получается, этот нож. Первый нож, точенный вот таким способом, как все в интернете точат, я назвал его метод игры на скрипке, оказался самым острым. Все ножи изготовлены из разных марок стали, все ножи до этого были по-разному заточены. Естественно, какие-то могут быть острее, какие-то нет. Но вот этот палец мне хорошо разрезал нож, прямо без, даже не сомневаясь. Вот такие неожиданные результаты дал наш эксперимент. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте вот такие лайки, будьте здоровы, всем пока!